GoPro, снимаю видео. Добрый день, дорогие мои. Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Купил я камеру. Называется Insta360 Go 3S. И я вас благодарю, что вы помогли мне это сделать. Сейчас мы с вами небольшие тесты проведем, а я вам немножечко про эту камеру расскажу. Потому что она одна из самых передовых на сегодняшний день. И у нее есть несколько отличительных черт, которые отличают ее от просто GoPro. Вот мы с вами 5 лет почти пользовались вот этой камерой GoPro. А теперь... Я взял эту, и отличия вполне существенные. Самые первые отличия, которые хотелось бы сказать, это то, что у нее есть открывающийся экран. Видите, как он двигается, этот экран. Так его можно закрыть, открыть. Ну, в данном случае я его открыл, и поэтому вижу себя достаточно широко и много, как говорится. Ну и еще у нее очень интересная особенность. Это то, что она составная. И у нее есть еще вот такая часть. Отдельная часть, которая, отделяясь от управления, при этом остается с ним на управлении. Ее можно вот этим блоком управлять. Но она маленькая, легонькая. И... магнитная. Мы сейчас испытаем все эти действия в бане, то есть в самых трудных условиях, в которых я обычно снимал GoPro. Забраться в любые уголки. И в этих уголках с ней сделать, что хочешь. То есть вот смотрите, она раз, прилипла. Я могу с вами разговаривать, когда она вот стоит на печке. Ну, пока печка, конечно, холодная. Можно и в печку ее прилепить. Очень красивые, интересные кадры делают, когда залезают этой камерой куда-то, в какие-то щелки, в какие-то, значит, места. Я думаю, вот так удобно будет мне ее прикрепить. При этом... мы сможем с вами и разговаривать, и контролировать. А мне самое интересное, что я смогу попробовать и звук у нее, и объем, как она видит. И звук. Мне главное звук. Потому что вот GoPro, она неплохо имеет звук. Когда вот так рядышком, а когда она чуть-чуть подальше, уже начинаются некие проблемы. Поэтому я в последние годы пользовался тем, что дополнительный звук все время к ней устраивал. А якобы эта камера с направленным звуком берет хорошо. Я уже маленько попробовал, мне понравилось, как она берет. И поэтому вот этот звук с GoPro, когда я разговариваю с вами вот так. А вот этот звук, это уже с камеры с Инста. И мне кажется, разницы-то больше нету. У нее есть своя система шумоподавления. Ей не надо каких-то... Хотя делают еще небольшие наклеечки, которые якобы тоже защищают микрофон впереди находящийся. Так, что мне нужно? Мне нужно. Сейчас мы с вами сходим и возьмем. Мне нужно немножко сухих дров. Мне нужно бересту. И только после того, как мы все это соберем, я смогу затопить. Так, ну. Куда вас пристроить? А это вот ведь интересно, да? Раз, давайте, о,
пристрою вас на маленький железненький у ручки. Затворчик. Видно вам здесь, на этом затворчике? Сейчас я еще немножко подкину дров. Так, ну вот, дров мне хватит. Так, берем, несем, приклеиваем. У меня тут стена металлическая. И говорим дальше. А дальше мы давайте, чтобы и звук заодно проверить, и проверить, как пишет камера, поговорим с вами все-таки о делах наших, здоровья нашего. И так, что-то у меня тут деревяшка длинновата. Так, ну я укладываю. А как вот интересно вам устроить, чтобы вы видели, как укладывать. Ну, например, давайте я прилеплю ее куда? Вот сюда, к основанию печки. Что интересно будет видно в этом основании печки. В этом месте нет, это слишком, как говорится, близко к дровам. А если я вот так пристрою, то точно вам будет хорошо все видно, да? Вот. Давайте попробуем так вот, чтобы вы видели процесс зажигания и укладывания печки. Все это проба, проба. Вы уж извините. Кому не интересно, не смотрите. Это я для себя и для тех, кто покупает камеру, такое тестирование провожу. Нет, у меня явно где-то сейчас настроено какой-то большой разговор. Поэтому давайте вот только возможности камеры пока и попробуем разобраться в них. Так, вот эта деревяшечка пойдет. Вот эта деревяшечка, наверное, пойдет. Где бы мне взять другого типа деревяшек? Дровишек маленький. Вот у меня здесь берется. Ну, дровишка. И на ней еще есть береста. Сейчас мы подерем бересту.
Вот, остановилась от руки. Вот я делаю движение рукой. И она включается. Ох, как удобно-то. Здорово. Ничего говорить не надо. Здравствуйте, дорогие мои. Вы на канале «Привет, Ангела». С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам, мои дорогие. Купил я новую камеру, на которую вы мне собрали средства. И пока не нарадуюсь. Это камера Insta360 3S. Это новые технологии. Она такая двойная камера. У нее есть экран отдельный, который откладывается. И вот такая, видите, маленькая сама камера, которая может где хочешь снимать, как хочешь снимать. Но у нее не только повышенная чувствительность света, у нее возможности где хочешь прилепиться, потому что она со магнитами всякими. Но у нее еще возможность, например, подводной съемки. Вот смотрите, у нас здесь ванная, в которой мы купаемся во время. Давайте мы с вами занырнем в эту ванную, посмотрим, как. Ну что, видно? Вот как интересно. Вот такие у нее возможности. Я надеюсь, эти возможности нам дадут с вами от первого лица куда-то поехать, где-то посмотреть в более узком месте и поехать вообще тоже очень несложно с ней, потому что взял... Сейчас я... Она... Мокрую не хочет, мокрую ее использовать. Потому что сказано, что в чехол мокрую не вставляйте. А, вот у меня есть салфеточка. Сейчас. Так, салфеточкой мы ее простерли. И смотрите, вставляешь ее в основание, и все, она уже снимает у меня от селфи-палки. Я сейчас выключал специальный экран, чтобы... А так вот его можно увидеть, как и экран работает. И видите, какие цвета неплохие. Давайте я вам вместе поставлю GoPro и... Это Инста, и вот мы пойдем вместе и увидим, как они стабилизируют, и как они берут свет, и как они берут пространство. Мне хочется это сравнить, потому что я привык к нашей камере GoPro. Она, естественно, для меня уже как облупленная. Говорят, известно. Ну, а эта камера еще мы только с вами будем пробовать. Поэтому проба наша. Сейчас мы на скамеечке счастья осуществим. Так. Хорошо. Не знаю, там я вижу, что цвета неплохие. И объем неплохой. Ну и на скамеечке счастья давайте скажем, что собирали вы на эту камеру достаточно активно. И я вам скажу честно, кроме благодарности, которая у меня есть за эту камеру к вам, у меня есть хорошее чувство того, что мы вместе. Потому что таким образом вы как бы... подтверждаете, что вы не просто пришли на канал, посмотрели, поставили там лайк какой-то или поставили комментарий, а вы конкретно участвуете в этом делании. И если мы с вами вместе
в этом деле не участвуя, делаем его хорошее, то получается, что это хорошее дело совместно у нас с вами и получается.